В малом зале администрации города состоялось совещание о мероприятиях по подготовке и безопасному проведению крещенских купаний. Лед у нас порядка 6 сантиметров. Сегодня там утром был. Мы все-таки надеемся, судя по тем погодным условиям, которые сегодня стоят и которые в ближайшее время должны сохраниться, что лед 12-14 сантиметров может и достигнет. Этого, наверное, хватит для того, чтобы мы вот эти купания провели там же, где мы, как всегда, с вами проводим, на Соколовском водохранилище. Традиционно 19 января на Соколовском водохранилище силами города проводятся крещенские купания. Ответственный за организацию данного мероприятия начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Владимир Иванович Кондратенко. Как и в предыдущие годы, от храма Донской иконы Божьей Матери 19 января в 12 часов будет отправляться автобус, который довезет всех желающих окунуться в проруби на Соколовское водохранилище и обратно. А 18 января с 11 утра и до вечера 19 числа будет открыта купель на территории прихода святителя Николая Чудотворца. Все необходимые организации города начнут подготовку к празднику накануне крещения. Будут проверены подъезды к водохранилищу, обустроена прорубь. В день купания будут стоять палатки для переодевания, а для обогрева – горячий чай и продукты питания. Также обязательное наличие бригады скорой помощи. Сергей Алексеевич еще раз обговорил все нюансы предстоящего мероприятия, напомнил, кто за что отвечает, и отметил, что самое главное, чтобы праздник прошел максимум комфортно и безопасно для жителей и гостей города.